Ну вот, оказалось, что сегодня вторник, и на Красную башню я не попаду, но я купила билетик на рыночную башню рыночной церкви. В 3 часа у меня есть полчасика еще погулять, и я думаю, что, наверное, вот от этой все-таки маленькой дверцы будет подъем. Ну, где-то, в общем, здесь, он сказал, есть небольшая дверца, я думаю, что вот здесь и сразу наверх, 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 наверх.